Есть 3D ювелир, как цистамину сделать? Да. Есть. Целиком богам. Именно присте вот. Красава. Извиняюсь. Давайте пуляйте, пока растишка. Ну, мы шмот порол отдается в этом эпизоде. Ивент.
Да. Надо просто что-то сделать. Либо капель ЕП. Нет. Спекнулся. Забав все шамана. Ну, забав эти его. Малышка, беги! Ха-ха-ха!
Я на конте шип. Ладно, что нормально. А трэш это починили жесткий? Не пробахали. Стой. 5-5 секунд. Ладно, окей. Восстань!
Фанатика наоборот РДД. Каза контроля. Меня трэш убил. Ивент, сова, меня трэш убил. Да нет, у меня один фанатик оставался и меня в контроль взяло. Ваша смерть неизбежна.
Возможно, Макгрегор, посмотри там по очереди. Я гляну. А, ну если он говорит, это точно. Подожди. Вообще-то я Макгрегор первый. Дайте ману шаману. Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота. Чешка проклят один. Время деньги, друг. Что, чешка проклят? Ну, вот там жмук пишет, проклят от чешка от гимна. Да. Я не знаю. Да. Биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, слетаем. Вы видите, что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу! Не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Вы скоро пехота! Поймете. Сержанты! Ой! Не стопите! Я Пушкин. Пушкин, Пушкин. Пушки. Огонь! Оружейники! Огонь!
сейчас ты умрешь. Ты ж в топ ДПС рейд собирался, вообще ты не купил? Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки! Не подготовился, ага. С этим уродином стало. Я думаю, нежелательно. Нет. На сурке? Не надо. Наручи вон пароль, хантам точно курочка надо. Курочка всякая. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети. Сколько нет там? Ой, можно это чест на медведя? Да, конечно, на успех только. У тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темные... Там на мейн она написала. Умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. У вас вылетело? Нет. Да. Шаман вылетел. Заходи. Выхожу. Все нормально зашло. Ну, дешу. Ни тотемов, ни геры, короче. Я нашел. Тотемы в центре ставятся, а не для себя. Но это так, инфа по случаю. Спасибо, шаманы. Я снова вылетел.
потому что... Я уже сказал почему. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Можешь покорителя подогнать? Илен, сова. А скажите, пожалуйста, у Савы, что там по ДПС получилось? Совет. Они будут скачивать. Пацаны, а у меня вот вопрос это. А чем мне этот честно дали по поводу ДП, ничего не что-то придумали на неделе? Посмотрите, пожалуйста, у меня было 300, а стало 641. У кого есть там, как поможет посмотреть? Ну, я и говорю то, что у меня в начале рейда было 300 кп, сейчас 641. Курить не могу. Но вот я и говорю, информация кто-то может посмотреть? Может, что-то лишнее? Нету там ничего. Да. Сколько у тебя было? Подожди, сколько у тебя было? 300. Там сказки рассказывают. Да нет, серьезно. Ну, пацаны, Талик сколько стоит? Талик стоит 589, да. Да, это значит, я с ретриком перепутал, видимо. Сорян, пацаны. А, 580. Блять, не так.
Макгрегор, забери таксика. Защиту от тьмы бахните. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Аксанар был досадным недоразумением, но сила смерти позволит Коронару свершить отмщение. Да. А хоть один хант в кинетику ударит? Ай, блядь, дофига хрена с таким названием. А блондинку? Ебись, фильм. И за разъюбку скидан.
Так бы смешно. Это я другой фильм. А там тоже были шлюхи. А этот Олега выдающихся джентльменов смотрел? А вот и зря. Той же, походу, в той же вселенной, что и Ван Хельсинг. Это викторианская эта штука называется. По-моему, да. И как-то, типа, одна роль. О, бля, крутой фильм. Нет, вылетел. А там грудак не падал тканевый. Там перчаток типа. Короче, если тебе хотел Ван Хельсинг, этот фильм вообще понравится.
Там Пеппер пишет в Рэде. О, в гейм-чате. Нормально. Да, не пятый, точно не надо. Разумное решение. Ой, я еще затупил. Я думал, у меня этот работал. Укус. Бывает, туплю. Какая жалость. У тебя не получилось. Че, водите хилами в центре места? Thank you.
Я не знаю уже. Что пришло? А? Спойте гимн. Ничего себе. Давай. Я ставил тотем пейпер. Спасибо. Валитри. Есть там покорители обычки? А, выйду. Два защитника. О. Так, идем на лед. Угу. Шедом урна в каждые минуты. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Thank you.
жизни. После смерти. Вперед! Никогда не мог дотянуться до верхней полки. Станьте чемпионы серебряного авангарда и служите нам! Я отвлеку ее на себя! Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней! Нападай, гроза плети! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Стерина, когда чудо. Может быть, ты прав, Крок. Что я наделал? Простите. Квадропедрус не слушал. Кстати, квадропедр он же мог бы хулипалом остаться. А есть джус у кого? Наследие ЮНЕСКО.
Налейте ему Инра. Подавители. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исход. Залечите мои раны. Каску там пошел, по-моему.